Всем привет! Привет! С вами SFM, и это продолжение строительства миниатюрного Киева, в котором мы возвращаемся на север города и делаем Оболонь 2.0, потому что, как вы помните, в прошлых сериях, а именно где-то серии так 100 назад, когда где-то, наверное, года 2.5 или 2 даже, вы помните, я делал миниатюрную фигню, которая, по сути, была самой миниатюрой. Да, вы помните, там были серии с трамвайчиком, с набережной, с парком Наталка, да, и все такое прочее. И там я потом в 20 какой-то серии еще пристраивал а-ля Dreamtown и все такое. В общем, я это все удалил, почти все, я только набережную оставил. И решил сделать Оболонь 2.0, а именно вот чуть-чуть, так сказать, добавить масштаба, чуть-чуть больше размер увеличить и сделать немножечко по науке. Хотя никакой не по науке, скорее по карте, да, вот так будет правильнее сказать. В общем, в этой серии мы строим, получается, участочек вдоль, по-моему, Оболонского проспекта. Не помню, как он правильно называется, но получается, там есть улица Иорданская, насколько я помню, а данная улица, она идет, по-моему, как раз таки вдоль Иорданского озера, вот, которое вы видите сейчас на серии. Вот так вот. И, в общем, мы начали на этом строить. Вот эти две башни, это, если что, уникальные строения Советского Союза. Их всего два на весь Советский Союз. Вот это, так сказать, уникальный проект. Но он не прижился из-за того, что он очень сложный, и его жители не особо любят, потому что не очень хорошее. Я был в этом доме у кого-то в квартире в гостях, не помню точно. В общем, минус этого дома в том, что как таковых балконов нормальных нету. Все спланировано, по сути, по одному стержню. То есть стержень в центре — это лифт, а вокруг идут уже квартиры. Не очень удобно, но как бы в то же время это как бы намекало на то, что это какой-то там промежуточный проект между другими зданиями, но, к сожалению, не прижилось, потому что народ не возлюбил его и, в общем, отказались. Вот, на данный момент я пытаюсь как-то придумать, выстроить клетку из зданий, из панелек, потому что в данной зоне они расставлены такой как бы сеткой, эти панелечки, создавая внутри каждой секции какую-то свою дворовую площадь. Вот, я такой как бы сделал минимальный размер, то есть чтобы было просто по схеме, но и при этом что-то напоминало из реальности данную местность. Вот такими вот зонами расставляем. Как вы видите, там у нас еще трамвай проходит, но этот трамвай у меня получается из-за того, что я в прошлых сериях, ну, как я и говорил, 100 серий назад, я сделал там трамвай отсебячину, то я решил как-то соединить отсебячину с реальным маршрутом трамвая. Вот только не помню, какой там трамвай ездит. Он едет с Контрактовой площади на этот, на Оболонь, и он там проезжает. Я вот, блин, не помню, какой это номер. Ну, неважно. В общем, когда-нибудь он у меня тоже будет. Также сейчас, как вы видите, делаем в духе а-ля Советского Союза, как это было ранее. Получается, внутри дворика у нас это садики. Такие вот здания. Правда, для того, чтобы их вместить нормально и не нарушать расстояние между зданиями, мне пришлось их конвертнуть в процедуру Objects, потому что забор через боб не убирается, а забор, он как нетворк идет, а не проб. Поэтому мне пришлось его конвертнуть. Вот. Ну, ничего. У меня в городе хватает этих всех обучалок, то есть это школы, это высшие заведения, обычные школы. В общем, нормально, хватает, и поэтому то, что садики не функциональны, ничего страшного, нормально. Полностью дворы делаем, кстати, из нормальных дорог, то есть не из пейвмента, который мы привыкли видеть, а именно вот такие вот дорожки с нормальными большими парковками. В общем, полностью в этой серии у меня получился другой подход к строительству жилой зоны, к строительству внутридворовых всяких угодий и тому подобного. В этом месте вообще у меня должен был быть, по сути, разворотное кольцо того самого трамвая, но так как я, опять-таки повторюсь, сделал трамвай 100 серий назад, в том месте, где он не существует,
то у трамвайного разворотного кольца там нету, соответственно, но там есть просто стрелка соединительная с этой псевдолинией. Ну, несуществующей линией. Ну ничего, уже хай будет. Вот. Сейчас уже, в принципе, я здание расставил, только вот эти вот трансформаторные будки ставим. Еще кое-где дороги расставляем. Ну и, в принципе, расстановку я закончил. Сейчас мы будем заниматься, получается, той же зеленью, той же, получается, декорацией. Ну, вы поняли, все как обычно, все как и у меня это заведено. Единственное, только возле, получается, будущей станции метро Оболонь я делаю такой, как бы, назовем это уголок коммерции. Но там, на самом деле, еще должен быть небольшой молл. По-моему, Великокишение или Сельпо. Вот это я не помню точно. Ну, у меня будет АТБ и Ашан, да. Ну и плюс КФС, почему бы и нет. А еще там когда-то давным-давно был развлекательный центр Девосвит. Это, короче, фигня, которую обожали все дети Киева. Особенно в 2010-х годах, грубо говоря, когда эта фигня познавала свой лучший свет. Я помню, как я там даже свой день рождения один праздновал. В общем, это место, где были лазертаги, куча автоматов с играми, лабиринты. Ну, в общем, много чего интересного. И, короче, дети были счастливы. Вот. Но недавно проходил мимо того места, честно говоря, ощущение заброшенное. Не знаю, на самом деле, заброшен он или нет, но у меня такое чувство, что он уже, этот Девосвит, все, он накрылся. Ну, не знаю, если вы жители Оболонии, вы знаете, что там с ним, поэтому, пожалуйста, напишите, расскажите, что с ним, работает он или нет, или, там, не знаю, стал другим центром, там, не знаю, был Девосвит, стал АТБ, к примеру. Ну, вы поняли, расскажите мне, что с ним случилось. Я знаю, у меня есть подписчики с Оболони, они меня, помню, и просили построить эту Оболонь нормально. Так что я от вас жду ответов, поэтому, да, пишите. Вот, проводим дорожки, особенно вдоль Иорданского озера, потому что там можно пройти. Правда, сейчас там сделали, по-моему, частично каменную набережную. Я это не очень приветствую, но, с другой стороны, как бы благоустроено и красиво, но я, как бы, ребята, если брать мое прошлое, то я спортсмен, я воднолыжник, и я озера всегда смотрю по спортивным меркам, и там бы я бы сделал все по-другому, там был бы воднолыжный стадион, я бы все там сделал бы, и каменную набережную я не делал бы, потому что волны, отбивающиеся от волны катер, они бы того мешали тренироваться. В общем, извините, я что-то совсем от темы ушел. Ну, вот такая вот вам небольшая вот история от меня, про меня и все такое. Так, расставляем, получается, наши бетончики, бетонные плиты, бетон мешалка мешает бетон, как вы все помните. Да, я задолбал вас этой фразой, но я буду продолжать ее говорить. Теперь я хочу убрать вот этот момент, он ужасный, надо нормально закрыть вот эту трамвайный тоннель. Хотя это больше мост, но пусть будет тоннель. Не хочу видеть вот эти вот скалы, поэтому с помощью оверпасса мы закрываем их. То есть это, по-моему, по-русски блин, не помню, как по-русски будет. Я просто знаю, что это называется оверпасс, а как он по-русски, я что-то не помню. Но это не эстакада. Это подпорка, там, не знаю, насыпь, еще что-то. Блин, не помню точно. Ну, в общем, делаем аккуратный путь для трамвая. Вот, вот так вот. Просто и кратко. Не помню, как в реальности, но, по-моему, там кустов вдоль трамвайных путей нету, но я решил, что так как я строю свой город, город мечты, город возможностей, город будущего, то у меня будет все красиво, аутентично и аккуратно, урбанистично. Вот. Поэтому у меня аккуратно кусты вокруг дорожек, вокруг трамвайных путей. Кусты, нормально ограждающие детские сады. Хотя, кстати, в реальности там не только детские сады, в таких зданиях там есть всякие кружки, или начальная школа, к примеру. Ну, в общем, есть идеи, и их вполне реализовывают. Вот. Заборы вокруг детских садов, чтобы дети не выбежали во время, так сказать, прогулки никуда, или во время каких-то занятий на улице.
заборчик возле АТБ, чтобы туда могли заехать грузовики и, так сказать, никто туда не шлялся. Потом возле маленького гаражного кооператива заборчик. Ну, все как и положено. Теперь, конечно же, парковочки. Причем парковочки ставим мы нормальные такие, хорошие, добротные, на нормальное количество машин. Хотя, по факту, зная Оболонь, бывая там и гуляя, то все парковки забиты, а остальные машины занимают места на детских площадках, на газонах. Там бывает такое, что машины устраивают свою автостоянку прямо посреди когда-то цветущей травки, деревьев, и там, короче, болото появляется, и куча машин стоит. Я бы на месте властей вот эти болота просто бы переделал бы в нормальные асфальтные участки, так как, ну, людям нужны парковки, но почему-то этого не делается, и как-то власть на это забивает. Хотя, что тут сложного? Размечать территорию уже не надо, потому что там уже машинами все наезжено, по грязи можно определить, где проложить нормальный асфальт, проложить дорожку, и все. Ну, залить бетоном, да. По-моему, ничего сложного, и даже много денег на это тратить не придется. Даже на себе в карман хватит положить, но, видимо, хочется сразу все положить в карман, а не тратиться на народ. Но это уже другая история, это не об этом. Расставляем пропы, получается, лавочек с этими, с мусорниками. Почему бы и нет? Как бы люди должны где-то отдыхать, где-то садиться, так сказать, свои попки приземлять на лавочку и отдыхать. Маленькие кустики расставляем вдоль, получается, вот этой вот так называемой набережной Иорданской. Ну, просто, опять-таки, аккуратничаем немножечко. Вот, теперь расставляем еще в таком импровизированном скверике лавочки, тоже чтобы можно было посидеть. Потом вспоминаю, что у меня есть Intersection Marking Tool, где надо заборчики расставить. И как ВКонтакте в группе City Skyline меня назвали хаотичным заборчиком мой один пост. Ну не мой, а меня запостил кто-то, и это описали мои заборчики как хаотичные, а я просто хотел, чтобы все было аккуратно, урбанистично. Но, видимо, кто-то не оценил, что назвали так. А здесь я захотел сделать отдельную зону, что вот, внимание, здесь проезжает трамвай. То есть это у меня будет красное заполнение вот этой вот проезжей части трамвая, ну и, соответственно, разметочка. Потом, опять-таки, из-за того, что здесь у меня такие плиты выпирают, я решил с помощью того же Intersection Marking Tool отметить сужение дороги, типа, чтобы люди безопасно ездили. Ну, опять-таки, чисто урбанистичный стиль, просто аккуратно, просто чтобы еще было чему зацепиться глазу, и просто было интересненько. Вот, теперь расставляем самое интересное, это деревья. Но, кстати, с одной особенностью. Если я везде, как вы помните, старался расставлять от больших до мелких, то здесь я расставляю все время средние деревья. Все потому, что на Оболоне гуляют дикие ветра. То есть там постоянно ветрено, потому что это, грубо говоря, поле. Рядом река, вода и пески там когда-то были. И там просто деревья не могут вырасти вверх, потому что, во-первых, там этих деревьев никогда не было, они не успели вырасти, а во-вторых, из-за того, что ветер, эти деревья гнутся постоянно, и если они будут расти выше, то они просто ломаются, и получается, коммунальные предприятия их вовремя обрезают, поэтому у нас Оболонь будет, вот новая Оболонь 2.0 будет делаться вот такими вот невысокими средними деревьями, но зато их будет вот так вот нормально много, но и при этом они не будут кучно у меня становиться и, грубо говоря, делать леса. Это просто будет просто много деревьев, вот, вот так вот, да. Много деревьев, можно среди них прогуляться, можно, так сказать, сквозь кучу деревьев разглядеть, что там вдали за здание, а не как обычно у меня все прячется за листвой. Ну и, в принципе, да, вот так вот. Вот кучу деревьев я вам расставляю. Конечно, по-хорошему я мог бы это все, получается, обрезать, чтобы вам не показывать, но я такой человек, который, честно говоря, не знает, как, блин, сделать новый формат видео, поэтому я пока что вот делаю вот по-старому, как умею, как знаю. Я пока что
как всякие, там у меня есть Артёмы Петровы, которые с канала PowerPlay Population, они обрезают эти моменты, а я что-то как-то, ну, не могу додуматься, достучаться до себя, придумать какой-то альтернативный вариант. Плюс у меня еще есть такой фактор, как отключение света, то есть вот, наконец-то до меня достигла эта штука, то есть у вас сейчас это февраль, а у меня по факту это ноябрь, то есть у меня в ноябре, спустя месяц после того, как у нас начались отключения света, у меня только сейчас настигла эта проблема, что меня начали отключать. И поэтому думать, как делать видео, у меня нет времени. Я, если есть, так сказать, каких-то там 4 часа электричества, я сразу сажусь, снимаю серию, как могу, как знаю. И, в общем, стараюсь еще за этот же день успеть смонтировать, озвучить. В общем, как повезет. Вот. Поэтому извините заранее, но вот... У меня вот такие вот жесткие рамки, реалии, ну вы поняли меня. Вот так, деревья вы уже заметили, уже почти везде растаял. Кстати, мне очень приятно глазу видеть такие маленькие деревца, потому что, ну... Ну оно как-то смотрится, что ли, вот. Здесь мы делаем водосброс воды, который на самом деле является подземной рекой Почайна, которая выходит прямо вот сюда. Хотя, на самом деле, не факт, что это речка Почайна, потому что Почайна, она течет, получается, вдоль железной дороги, и она втекает в Днепр, а это втекает в Верданское озеро, потому что, на самом деле, это речка Сырец, кто не знал, что ее путают часто с Почайной. Но вот запомните просто, Почайна вдоль железной дороги течет, Сырец, она втекает в Верданское озеро, потому что речка Сырец, она там... В районе, получается, улицы Кирилловской, она уходит под землю, ну, в трубу, и вытекает аж вот здесь. Вот, так что вот вам небольшой, так сказать, экскурс по речкам Киева. Вот, как бы, немножко знаю, делюсь с вами, поэтому надеюсь, эта информация была вам интересна, полезна, и как-нибудь сами в этом убедитесь. Вот, расставил только что свет, много ставить не пришлось, потому что, в принципе, как я посмотрел, дороги сами все осветили, и, в принципе, было достаточно света, я больше и не доставлял. Добавляем только всякие плиточки, пейменты, все такое, ну, в общем, вот так вот. И после этого всего я предлагаю вам перейти, как обычно, к синематику и оценить все, что у меня получилось. Благодарю за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, особенно ставьте лайк за новую оболонь. Надеюсь, вам все понравилось, поэтому я желаю вам всем удачи, мирного неба и всем пока.